В ауле Нижняя Теберда открыли парту героя в честь военного летчика Каномата Баташева. Педагоги, учащиеся и родственники собрались в родной школе Героя России Каномата Баташева, чтобы торжественно открыть парту достойного сына карачаевского народа. Альбина Крочина-Вакенжева побывала на мероприятии. Мероприятие началось с просмотра видеоклипа о Каномате Баташеве. Присутствующие говорили очень много теплых слов о мужестве генерал-майора, летчика-снайпера, который ценой своей жизни помог вырваться десантно-штурмовой группе из окружения в зоне спецоперации. Таких людей, как Баташев Каномат Хусейнович, очень мало. На всю Россию, не только Россию, но на весь мир прославил нас. Тебердинское ущелье стало колыбелью для многих людей, которые сумели прославить свою родину. Среди них десятки революционеров и просветителей, ученых и общественных деятелей, поэтов и писателей. Сегодня мы склоняем головы в память нашего земляка, уроженца аула Нижняя Теберда. Ребята читали проникновенные стихи, слушали рассказы о герое от своих наставников. Получился теплый и трогательный вечер памяти о Каномате Баташеве. Торжественно открыли парту героя родственники Баташева. Учителя и их подопечные гордятся, что теперь в школе есть такая парта. Правом сидеть за партой Герой России Баташева Каномата удостоены отличники и талантливые ребята, которые будут свято чтить память своего односельчанина. Отличница и активистка Амина Биджиева стала первой ученицей, кто сядет за парту героя. Быть патриотом России, быть честной и справедливой, быть образцом в учебе и дисциплины, с гордостью сидеть за партой героя. Клянусь, клянусь, клянусь. Учитель родного языка и литературы Халимат Качкарова занималась подготовкой мероприятия, гордится своими учениками. Парта героя — это урок нравственности, урок чести, урок доблести, урок совести, ребята. Мы должны знать о своих героях очень много. Педагоги из Жигутинского лицея номер 7 подготовили подарки своим коллегам, среди которых был музыкальный номер, который тронул присутствующих до слез. Альбина Курочинова-Кенджева, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Нижняя Теберда.